Играем баскетбол, регби. Без подсечек. Так. Только кулаками и ногами. Ногами бить нельзя, руками бить. Я стараюсь. Только команда Матер, вы бросаете туда, защищаете здесь. Готовы? Без бросков, будьте аккуратны. Готовы? Да. А как ты, куда ты стоишь? Ты сюда забиваешь? Я нет, куда? Так сюда забиваешь. Хаджина! Да. Ваши девочки. Вы вдвоем, вы
детский сад. А Жасмина сюда. Аделина сюда. Вадим сюда. Еще раз. Эй, мои хорошие, не надо ехать быстро. Вот где у меня Беатрич? Она берет и бежит. Если они впереди, возьми меня чекать. Вы готовы? Да. Нет. Арчина? Нет. Мы вдвоем пошли. Три вообще. Стоп, Матэ. Матэ, разошлись команды. Та команда спит. Тормозил. Да, затормозил. Еще раз, посмотрите, кто играет. Раз, два и один, три. Значит, вы уже защищаете эту персону, подайте туда. Все, Арчина. Не давай, вот так, Вадим, сам. Вот и сейчас сам. Молодец. Чуть-чуть держать, чуть-чуть не пускать. Андрей! Ручку поднимем. Андрей! Не дай, не дай бросать, ручку поднимем. Аделина, отойди дальше, ручку поднимем. Молодец, Вадим, сюда, Вадим, открой, ручку подними. Вот Вадим есть, да, вот, Жасмине. И Жасмина кидает. Молодец, что нужно? Михаил, молодец, класс. Аделина. Стоп, стоп, стоп. И положи мне. Положи мне. Ну, во-первых, раз, вот касается вас двоих, вы становитесь под крыльцо и поднимаете руки. Но вы же не защищаете его. Вы только вы будете отсюда вытаскивать. Или хорошо. Где защищать? Вот, например, вот Олеся. Вот посмотрите, если вы стоите здесь, Олеся все равно, ну, она может попасть, и попасть она будет кидать. А если я сделаю два шага вперед и поставлю здесь руку, она уже не кинет. То есть не стоять под кольцом, а чуть-чуть в сторону. Она уйдет в сторону, и ты подвинешься в сторону. Приготовились? Перемяч. Хаджина? Стоп! Матэ! Матэ, не двигаться! Не двигаться. Мяч, можно? Не бросать мяч. Встань сюда, Олеся. Олеся, сюда. Сюда. Ой, я извиняюсь. Вот смотри внимательно. Подними руки. Посмотри на меня. Посмотри на меня. Ты не бойся ничего. Вот ты стоишь. Еще раз. Ты хочешь передать мяч, но тебе приходится очень высоко кидать. Посмотри, что надо сделать. Нужно сделать шаг в сторону и отдать мяч. Еще раз, да? Еще раз, посмотри. Покажи, что ты хочешь вверх бросить. Что ты сделаешь? Ты поднимаешь руки. Подними руки. Подними руки, да? Ты делаешь шаг в сторону и делаешь пас. Так, команды разошлись. А что, Олеся, Коля, Андрей, что ты убежал? Матэ, стоп! Положили мяч на центр, команды разошлись. Следующее. Что? Стояли, да, девочка мне? А команда? Она не девочка. Все. Ты встань туда и поменьше болтай. Ты сейчас... Да. Да, встань туда. А, девочка, ты как у тебя? Так, а ну все легли на живот. Все легли на живот. Легли на живот. Боевой тэн. Что теперь? Два раза просить. Чинч. Плоды. Приготовились. Пошли. Оно. Дой. Три. Патру. Чинч. Считаю чисто для Аделины. Приготовилась Аделина. Оно. Дой. Три. Патру. Чинч. Пресс. Пресс. Финале.
Нет, ты должен по команде делать. Вот ты пришел в армию, да? И ты раз пошел в туалет. Тебя накажут, будешь картошку чистить. Есть время, покушали, сходили в туалет. А ты, я пошел в туалет. Нет такого. Все по расписанию. Встали. Печали. Пошли. Я считаю. Я считаю. Ой. 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так, следующие девочки сюда, мальчики туда. Вика, сюда. Руслана, вы руку кидаете, берете Вадима, приготовите. А, Вадим. Вадим, а сюда. Все. Вы готовы? Да. Аджина. Да. Что, маленький? Но. Я извиняюсь, кто у нас? А, Вика, да? Вика, я тебя наказываю, и от имени очков с ногами сыграю. Хорошо? Девочки, перейдите сюда. Да. Нет, потому что потом мальчики начнут ногами бить. Отсюда. Я, правда, ноги поломаю. Вот, ну, молодец, открывайся. Уно, мэн. Стоп! 1-0. Чей поезд? Стоп, чей поезд? Мой. Стоп! Твой, да? Больше всегда считается. Положи мяч, забрать поезд. Ада и девочка. Девочки, все, пошли. Заправишься. Не дыши кидать. Стоишь спиной к кольцу, Руслана. Руки. Ого! Молодец! Молодец! А можно дышать? Девочкам, да! Ты мужчина или кто? Кто вот это? Кто голос бьет, остается. Кто проиграл гол, значит уходит. Осторожно по лицу. Ну! Нет! Ну!